О-хо-хо-хо. Сматывает как. А смотрите, что делает. Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Мы находимся с вами в открытом океане. И сегодня будет слоу джигинг. Буду откровенным, значит, это не первый мой выход, это уже четвертый или даже пятый, а может быть даже шестой. Ребята, я решил разделить эту рыбалку, потому что со мной сейчас два сета. Один для слоу-джига, а другой для другой интересной рыбалки, которая будет в следующем выпуске. Значит, все поклевки, которые были до этого, я покажу. Ну и, собственно, расскажу вам, что такое слоу-джигинг, как на нем рыбалить и попробую вытащить хорошую рыбку. Погнали! Как так получилось, то что дружбанцы мои рыболовные отказались, вот что-то им слоу-джиг особо не зашел, скажем так. Ну ладно, это все лирика, тем не менее, сегодня я один, ребята, и сегодня, значит, слоу-джигинг, наверное, последний выход, потому что все, уже начинается тепло, так называемое глухолетие. И, в общем-то, ходить на этот вид ловли уже не буду теперь до, наверное, до февраля, до конца февраля. Вот, то есть все, в этом году все. Слоу-джиг, ребятушки, два комплекта у меня с собой, с тонкой плетней и чуть потолще. Так что, в принципе, наверное, на корабле уже тогда все вам расскажу. Но хочу заметить, что на этой рыбалке я уже был. Вот, и неоднократно, поэтому сложная рыбалка, довольно, как бы, в общем, смотрите, как это было. И тебе привет. Дядя Игорь. Что, опять безумствуем? Рыбомускис. Ну что, смотрите, у нас тут 0-0-0. Сейчас будем искать парковку. Так, ну я пойду потихонечку туда. Сюда, наверное. Давай с этой стороны. Давай с этой стороны. Джокер вытащил. Так, ребятушки, спускаемся в каюту, занимаем места. Дядя Игорь уже подсуетился, видимо, занял. Да нет, не похоже. Не похоже, да? Только штаны. Тут он тут есть. Тут тоже чей-то рюкзак. Скорее всего, нам туда. Куда надо было идти? Тут он есть. Что, здесь, что ли? Ну что, побежали. Сама рыбалка происходит западней трех северных островов Тайваня. Место известное, но точки относительно быстрого джигинга совершенно другие. Глубины здесь более 200 метров. Слоу-джигинг – направление на Тайване новое. Насколько я знаю, тут всего лишь один корабль, который выходит на данный тип ловли. Сезон начинается с первым потеплением – это февраль. Целевой рыбой является красный глубоководный окунь. По-русски он называется «бычий глаз». Но в целом рыбалка ведется на бентопелагиков, то есть на придонную пелагическую рыбу. Ага.
Ух ты! Снайперок. Есть, да. Возможно, фугу. Давай хоть посмотреть на тебя. What number is your leader? Leader 12. 12? Yeah. Посмотреть, что за рыба. Вон она, вон она, вон она. А, нет, это хунгань, блин. Всем перемотал. Ёкарный бабай, я думал. Вон и тут настиг меня. Мой, it's my one, yeah. Okay. Итак, ребята, теперь немножко расскажу про проводку слоу-джига. Значит, ну, естественно, все я опускаю до дна, всю снасть. Потом делаю вот такое поддергивание и начинаю, не крутя катушкой, начинаю вот так вот плавненько, чуть подкрутил, плавненько. Я, в принципе, чтобы было легче, я вот так вот делаю, вставляю как бы фискин пояс и... Раз подергивание, два. Поклевка обычно бывает на падение. Так поднимаю тоже метров 15-20. И потом опять опускаю до дна. Под нами, я напомню, за 200 метров. Так, ну, ребятушки, виновник сегодняшнего торжества это медленный джиг Slow Deep 3 от Hurtigruiser, 340 грамм. И как вы видите, оснастка на slow jigging необычная.
скажем так, то есть необычно она тем, что крючки, во-первых, отличаются, они вот такие вот. То есть у обычного джигинга они немножко другие, и соответственно обязательно ставятся крючки вниз. Почему? Потому что, ну вот, как вы могли заметить, лакедра — это, скажем так, пелагическая рыба. Вот, поэтому она бьет на опережение приманки, она бьет в голову. А донная рыба, окуни, там всякие скорпеновые и так далее, они бьют снизу, в хвост. То есть пелагик и придонный пелагик бьет в голову, соответственно, окунь, донная рыба бьет в хвост. Вот, поэтому здесь обязательно ставятся нижние крючки. Рыбалим на slow jig. Смотрите, это я вам еще не показывал. Вот они, красавцы. Вот это хорошо сработал сегодня, только чуть побольше. Рыбалим. Много килограмм, килограмм 10, наверное. Вот что-то китайское, что-то вот Pro Hunter, например, нано банановый. Есть какие-то там от Дайвы, по-моему. Вот этот вот дайвовский 500 грамм. Вот. Но в основном я использую, как бы, это вот Hearty Rice хороший. В основном я использую китайские. И, естественно, сумочка Фанадайка тоже. Все ссылки будут в описании, друзья. На что есть, что можно купить на Алиэкспрессе. Я думаю, ребят, что-то туго идет. Это, оказывается, рыба. А, есть. Что-то хорошее. Ребят, персон расслаблю, потому что глубина очень большая, не сошло бы. Да, что-то хорошее. Очень надеюсь, хороший окунь. Фух. Сколько я за ним ходил, друзья. Хо-хо-хо, сматывает как, а смотрите, что делает. Поднимаем потихонечку. Хороший рывок у него был. Хунгайма.
О! Пищи, пищи! Хорошая! Цинганьма? Цинганьма. Ребятушки, это японская лакедра, или как он называется, цингань. Как он здесь сделал, я вообще не знаю, слоу джиг. Это Максим, тебе отдельный привет, ты любишь этих монстров. Хорошая рыбка, килограмм 10, наверное. Да, да, рыбалим дальше. Так, друзья, ну что я могу сказать про слоу-джиггинговый комплект? На самом деле, на таких глубинах все-таки слоу-джиг это тоже довольно такое, скажем так, мастерство, да? То есть, во-первых, тоже плетня тонкая, не такая тонкая, как на шишках. На шишках там полторашка, здесь у меня стоит 2,5, но тем не менее. Значит, во-первых, выудить рыбу тоже 2,5, ну... Это, конечно, не полтора, но тем не менее. То есть нахрапом нельзя, порвешь. Как вы видите, как вы видели уже на видео это. То есть те мои первоначальные ошибки по слоу-джигу, вот они были связаны именно с этим. Вот. Ну, а в целом, как бы, так, довольно интересная рыбалка. Правда, это, наверное, все-таки рыбалка одной рыбы. Максимум двух-трех. Потому что это не быстрый джигинг, когда капитан ищет стаю, когда, ну... Стаю кидаешь пилькер, там пум-пум-пум, сидит, готово, вытащил, забросил снова. Вот. Здесь стаи нету, здесь мы откидываем донья, мы находим какую-то активную рыбу на дне и в придонном слое, соответственно, пытаемся ее поймать. Рыбалочка закончена, ребятушки, джиггинг, слоу-джиггинг сработал. Дал мне новый вид, это лакедра, японская лакедра. Макс, еще раз тебе привет, Владивосток рулит. Ну и ребята, которых я там знаю оттуда, Сусурийска, с Хабаровска, всем привет. В общем, вот, кстати говоря, капитан говорит, что пора домой, все уже собираются, соответственно, все, сил нет, рыбалка была супер. Обязательно, то есть все, этот сезон закрыт, обязательно сходим еще, а вы смотрите продолжение, скоро будет. Подписывайтесь на канал, заходите в описание под видео, там будут интересные ссылки на AliExpress, там и так далее, то, что я могу вам, ребятушки, посоветовать. Традиционно всем спасибо за просмотр, до встречи в новых видео, всем пока!